Тверская многодетная семья стала абсолютным победителем конкурса межрегионального фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново всей семьей». Его итоги подведены на площадке Уральского педагогического университета в Екатеринбурге. Конкурс проходил в 4 номинациях – фотографии, эссе, мультимедийные презентации, видеоролики. Веселовы поучаствовали в каждой из них и были названы главным победителем, получив сертификат на 100 тысяч рублей на путешествие по России всей семьей. Давняя мечта съездить на Байкал. Мы хотим купить билеты на туристический поезд. Чтобы туда добраться же, тоже целая история. И мы решили не самолетом, а делать остановки. Первая остановка в Омске. На несколько дней мы посетим этот город. Потом мы отправимся в Новосибирск, тоже на несколько дней. После этого поездом продолжим свое путешествие со следующей остановкой в Красноярске. И потом уже приедем в Иркутск. А уже из Иркутска мы поедем вот на этом туристическом поезде изучать Байкал. Заметим, что дружное семейство ранее становилось участником и наших программ. А по возвращении Веселовых в Тверь мы планируем встретиться с нашими победителями и взять у них интервью.